Аллахумма салли салатан камилатан васаллим саламан тамман аля сайидина Мухаммадин лази танхаллу бихил укад ватанфарджу бихил курабу ватукда бихил хаваидж ватуналу бихил рагаиб вахуснул хаватим ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Это драгоценная форма благословения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, салават, называется салаватун ан-нарият, что означает в переводе с арабского «аннар» – «огонь», в том смысле, что имеет очень быстрое воздействие, как огонь. Люди Магриба, Марокко, очень часто использовали эту формулу благословения пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, 4444 раза, когда попадали в трудные ситуации, для получения облегчения от Аллаха или при желании получить от Всевышнего какое-нибудь благо. Также его называют «салавату ат-тафриджиат», что означает в переводе с арабского «фараджа» – «облегчить», то есть получающее облегчение при бедах. Еще его называют салаватуль аль-куртубият, относя его название к великому имаму, автору известного толкования Корану Тафсир аль-Куртуби, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Фарх аль-Ансари, аль-Хазраджи, аль-Андалуси аль-Куртуби. Относительно этого салавата имам аль-Куртуби говорит: «Кто желает, чтобы осуществилось какое-нибудь важное дело или отошла настигшая беда, пусть прочитает этот салават соответствующим намерением в количестве 4444 раза и попросит Всевышнего посредством пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Всевышний даст ему помощь в претворении в жизнь его цели, согласно его намерению». Далее отмечает он, кто будет читать этот салават каждый день по 41 разу или по 100 раз или более, то Творец всех созданий наделит его облегчением от всех его трудностей и проблем. Он убережет его от любого вреда, которое может грозить, и даст легкость во всех его делах. Осветится светом Всевышнего его душа, увеличится его удел, откроются ему врата благ, примут его указания, когда он будет власть имущим, будет он застрахованным ото всяких бед и несчастий времени, сбереженным от голода и нищеты. Всевышний Аллах вселит в сердца людей почет и уважение к нему. Аллах не откажет ему, чего бы он ни попросил. Все, что мы упомянули, не притворяется без непрерывного чтения этого салавата. Шейх Мухаммад ат-Туниси сказал: «Кто будет каждый день читать такой салават по 11 раз, получит удел, как проливной дождь, и так, как вырастет из-под земли растение». Также говорят, что этот салават является кладом из кладов Всевышнего, а чтение его является ключом от этих кладов. Они открываются для тех рабов Аллаха, кто постоянно читает его, и тем самым могут они достичь того, чего желают. Еще его читают при тяжелой болезни ради исцеления, и по воле Всевышнего улучшается состояние больного. Этот и такие другие салаваты и мольбы являются милостью Всевышнего Аллаха для его творений, так как мы пользуемся ими и получаем результат от Всевышнего из-за благодати этого салавата. Любой человек может прочитать его 4444 раза индивидуально или собираясь группой для осуществления любых дозволенных по шариату целей, а также для защиты от всяких настигших бед и возможных бед в будущем. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.